Порядка 1000 человек посетили Акмолинский областной историко-краеведческий музей в рамках акции «Ночь в музее». В этот раз праздник прошел с особым размахом. Горожане смогли посетить учреждение с 8 до 12 вечера и побывать на различных локациях. Подробности расскажем далее. Ежегодная акция началась с праздничного концерта. Особенностью мероприятия стала историческая реконструкция Атбасар Атамекеном. На территории музея организована ярмарка, выставки, проводились игры, также горожане исполняли песни вместе с музыкантами. Посетить мероприятие мог любой желающий. Функционирует локация «Волшебный лес», где выставлены чучела животных разных. Это будет очень интересно детям. Представлен крестьянский быт, представлено гончарное дело. В каждой локации действует очень много интересных интерактивов, где можно загадывать желания, делать красивые фотографии, знакомиться друг с другом. В самом же музее посетители смогли больше узнать о разных периодах времени и исторических личностях. Некоторые экспонаты в эту ночь будто ожили. В их числе первобытные люди, алаш-ординцы, ханы, батыры. В одном из залов сидел государственный деятель Еркин Ауэльбеков. Многих жителей интересует данный формат мероприятия. В этом музее я впервые, и мне тут очень нравится. Тут такая классная атмосфера, прям нереально. Тут прям все хочется фоткаться и фоткаться. Поэтому советую вам тоже приходить сюда. В одном из залов зрителей ждал целый кинотеатр. Окунуться в ностальгию смогли жители на показе черно-белых фильмов, воспроизводимых на кинопроекторе «Радуга». Также на территории музея расстелился этно-аола Канасере и Айганым Ханша, где было организовано театрализованное представление. Зарина Беккалиева, Дархан Мужибаев, Жамбыл Балтаев, Кукши, Ахпарат.